Всем здорово, братва, и сегодня я вам расскажу про Grand Mobile на компьютер. Короче, вот я уже зашел, заспавнил себе тачку. Ты какой промо ввел? Я ввел промо-мат. Вот такой вот промокод, братишка, мат. И сегодня, ребят, расскажу, что, в принципе, отличий с Grand Mobile и обычным Grand Mobile на компьютер, грандом на компьютер, точнее, мобайл, приставка это на мобайл, в общем-то, понятно. Ребят, очень красивая графика здесь, но, понятное дело, это только для, наверное, ютуберов, потому что это не играбельно. Нет смысла делать под компьютеры какие-то либо системы, ведь будет очень лютый дисбаланс, ребят. Это хотелось бы внести ясность в эту всю ситуацию, почему Grand Mobile не делает версию для компьютеров всем доступную. Потому что, ребят, будет вот как бы бред полный происходить. Мне кажется, это точно не стоит делать. Это full mobile проект. И пишите в комментарии, что вы думаете. Все-таки для администрации, ребят, лучше выдавать просто ПК-версию, а вот всем игрокам остальным, да и даже блогерам, пусть играют с компьютером. Мне кажется, это будет более справедливо, ведь просто баланс нарушится, если все будут играть с компьютера, ребят, многие. Поэтому очень круто, что Grand Mobile не делает для ПК версию Гранда. В общем-то, ребят, как-то так. Давайте посмотрим, какие вообще места есть на Гранде. В принципе, отличий никаких нету, и, блин, графика максимально сочная, ребят. Даже есть вид от первого лица, смотрите, даже есть вот такая вот рублевочка, которая находится в Бусаево. А, это не рублевочка, это ферма. Можно, ребят, в принципе, наверное, даже поработать. Но вроде как толком ничего поделать нельзя. Вот даже похавать. Вот к арендодателю подхожу, вот ничего не происходит. О, ничего себе, ребят, арендодатель работает, оказывается. Но, понятное дело, это чисто для съемок и для администрации. Вот, я, конечно, не буду палить вам, что тут в админке интересного. Но поверьте мне, ребят, здесь много прикольных вещей. А так, в целом, карта вообще не отличается ничем. Это даже, наверное, для разработчиков еще подходит вот эта данная ПК-версия. А интересно, вообще на шахте можно работать с данной ПК-версии? Будет реально прикольно попробовать. А, да, ребят, мы же не сможем даже эту кирку купить, не сможем на бурынок заехать, вообще ничего не сможем толком, поэтому даже нет смысла проверять какого-либо. Но мне нравится, что никаких лагов, в принципе, нет, Grand Mobile работает, ребят, у меня, если что, 4070 супер видеокарта, и ENB вытягивает игру 2004 года, если кто не в курсе, да, ребят, GTA San Andreas вышла в 2004 году. А вот, ребят, та самая шахта, давайте попробуем сейчас к ней подъехать, а сейчас также уберем машину, чтобы никто ее не украл, лишние игроки. Вот такую команду прописываем из ПК, и все, ребят, машина убирается. Также выдал себе вот такой скин, можно выбрать, в принципе, другой скин, сет скин 36, давайте выдадим себе вот такого дедушку, дядю. Потом скин LJ, вот такой вот это Литвин. Дальше, что у нас идет? Много различных скинов, ребят, и вот так вот можно быстренько выдавать, вместо того, чтобы прописать самому там. Это у нас, по-моему, ютубер какой-то, да? Ладненько, идем дальше, что... Идет у нас скин Конора, Тесла. Ну, в общем-то, ребят, как-то вот так. Это все работает. Интересно, скин япончика, ну, такого китайца. Криминального авторитета. Вот так вот выглядит. В общем-то, ребят, довольно прикольно. Давайте сейчас попробуем магазин Кирок Южный. Интересно, что мне напишет. Да, как видите, ребят, ни хрена мне не пишет. Ах, да, ребят, еще есть такая тема, как /AZ. Это админ комната. Вот видите, здесь админы все стоят, занимаются делами. Кстати, ребят, на Grand Mobile очень много различных Bugatti. Я вот только сейчас это понял. Давайте, допустим, создадим Bugatti Diva и выдаем себе Bugatti вот такую классную. Посмотрите, вау, ребят, очень круто выглядит. Много Bugatti на проекте, и мне это очень нравится. Давайте SPK 117. Сейчас вам покажу еще одну. Теперь, ребят, самая крутая тачка, как по мне, это Grand Veyron. В общем-то, меньше слов, больше дела, ребят. Смотрите, она очень круто выглядит. Я думаю, вы со мной согласитесь. Максимально топово смотрится. Также заводить на контр. Вау, просто имба, ребят, имбуля. Вот серьезно. Слушайте, а было бы прикольно, если бы на один день разрешили игрокам зайти с компьютера. Хотя это довольно страшно по безопасности. Вдруг наши найдут какую-нибудь уязвимость, и это будет печально. Поэтому лучше, да, не надо так делать. Пусть все играют с телефона. Вот, ребят, такая Bugatti. В принципе, думаю, ролик на этом можно закончить, ребят. На компьютер Grand Mobile тоже есть, как вы видите. Но это чисто для съемок, пустая карта, но тем не менее есть интерьеры, как бы есть все, просто можно, наверное, выделить какие-то средства на разработку ПК-версии, и я думаю, это в принципе можно будет сделать, осуществить. О, Егор Прокофьев, он меня узнал, что ли, да? Так, ребят, заходим в автошколу и видим, все работает, да, все отлично, интерьеры такие классненькие, вид от первого лица самое главное работает, то есть можно какие-то съемки мутить, мутки и так далее, поэтому всех жду на Grand Mobile, будем сниматься в роликах, в шортиках. И давайте, вводите промокод там /промо или как там P-код. Ну, через менюшку у вас на мобилке. И вводите промокод MAT.
Вот, вы получаете классный гелик, вот такой вы сзади стоите, и очень много денег, випку, всего интересного.